Из этого лабиринта еще никто не выбирался. Лишь мертвые смогли оттуда сбежать, а заблудшие души примкнут к рядам хранителей и будут жить во тьме и служить мраку, дабы сохранить великий секрет лабиринта. Говнюки, я майор Прокопенко, и я здесь, чтобы вас, сосунки, обучить, чтобы вы не обосрались на государственной миссии. Вас отобрали из лучших говнюков вашего взвода, поэтому вы сейчас здесь. И с сегодняшнего дня вы приступаете к физическим подготовкам и тренировкам с оружием. Вопросы у кого-нибудь есть? Ну вот и чудно. Я так полагаю, что ты у нас морской котик из Китая. Japan. Чё ты сказал? Я из Japan. Ну я так и понял, что ты из какой-то жопы. А ты откуда боец будешь? Российская Федерация, служу в России. Может, ты свой платочек снимешь, а? Никакой, я пехотник. Кто ты? Пехотник. Пехотник? Пехотник. Чесотник? Ну больше. А ты откуда такой лысый крепкий орешек? Я Никита, везде побрита. Похоже, разговор у нас с тобой не завяжется. Ты у нас летчик, да? А я Никита, как в море с парашюта. Понятно. Итак, инвалиды, сейчас я назначу каждому область ответственности. Линг-минг, хун-кун, выйти из строя. Я линг-минг, хун-кун. Короче, будешь лингом. Линг у нас ответственный за морские операции. Линг плывать нет, не уметь. А какого черта ты со спасательным кругом? Техник безопас, чтоб не утопиться. Ладно, будешь отвечать за сухопутные операции, встать в строй. Тогда следующий будет ответственным за морские операции. Водик, водопадик, выйти из строя. Все услышал, есть вопросы? Нет, сэр, сэр. Тогда встать в строй. Следующая зона ответственности у нас будет у Никита Вестепап... Тьфу ты, блин! Никита Палкин, выйти из строя! Ты у нас ответственный за воздушные операции, все ясно? А я Никита, мне яйцом на Пасху разбили голову. А, да ты на голову пробитый. Теперь все ясно. Встать в строй. Ну что, засранцы, теперь переходим к боевой подготовке. Пожалуй, начнем с челночного бега. На другой стороне полосы вас ждет личное оружие, поэтому хватаем его и бежим ко мне обратно. На старт. Внимание. Марш! Следующая тренировка – это тренировка ваших умственных телекинезных способностей. Сжимаем свой мозг, поднимаем топор мысленно и начинаем крутить его вокруг себя 360 градусов. То есть вот таким вот образом. Обожаю трахтипидох. Если тебе это поможет, можешь трахтипидохтить. Вот так вот. А теперь начинаем упражнение. Понимайся.
Поднимайся. Что-то не хорошенько не работает. Поднялся, у меня это море поднялся. Трахти бедох. У меня не получается. Бедох. Трахти бедох. Как они это делают? Бедох. Да неужели у меня это получилось? Я даже не танцую так уметь. Ух, как это просто. Обожаю трахти бедох. Трахти бедох. А теперь посмотрим, в какой физической сильной форме вы находитесь. Вам необходимо срубить вот это здоровенное дерево. И как можно быстрее. Начинай! Упс! Это корма. А я Никита, меня чуть не зарезали. Хватайте динамит, поджигайте его, кидайте в бунгало и ищите убежище, чтобы вас не разнесло. Динамита! А ну, привет! Щемись, ребята! Бегу, прямки! Сварил яички? Хорошо, не рухнул! Или мой динамит отдай мне! Мой там! Бегу! Бом-бом-бом! Это вас завтра скоро сыплю по первое число! А и Никита еще, кто бы мне сыпал по первое число? Динамита не работает, динамита! А ну отойди, дай гляну, что там. Тик-так. Так ты его поджог, инвалид, беги и прячься. Бам-бам-бам, прятки. Круто. А теперь моя очередь. Поджог, прячемся. Динамита. Я иду к тебе, динамита. Стой. Не хочу динамита. Эх, жалко, не подорвался. А я Никита, у меня играет Зеро. Команда моей мечты, чтобы... Ну что, инвалиды, физподготовку вы все прошли. И это означает, что вы готовы приступить к секретной государственной миссии. Всем нам предстоит отправиться в Северный лабиринт и провести там разведку. Так что пакуем чемоданы, дамочки. Грузимся, дамочки. Это мое место. Ну какое разница-то? А я Никита, всем помыл мандаринки. Поехали уже, так и не уродят. Так, а теперь все марш трусцой покупать билеты у капитана. Доброго вам дня, капитан. Я майор Прокопенко. Мне необходимо доставить на другой остров 4 солдат. Да. Покупайте билетики, и я вас перевезу. Ох, как же я давно на море-то не был, а. О, красота-то какая. Чайки. Ням-ням-ням. Чайки. Кушать. Алида, можно я дам этого азиата вторгать? Сип. Кушать. Не разрешаю. Это даже не оговаривается. Мне нужны здоровые бойцы. Море. А как называется это море? Это, господа, Багарское море. Самое знаменитое море в нашем мире. Оно соленое? На 90% это море состоит из солей. И если ты пробудешь в этой воде больше 5 минут, ты кристаллизуешься и превратишься в огромный кристалл. Кьюта, вау! Ребята, сохраните, господа! Кистайки. Никита Палкин, отставить сеть в море! А я Никита еще, кто бы мне сыпал по первое число? Капитан, можно я ему сыплю? Водик-водопадник, мы уже на этот счет с тобой поговорили. Отставить. Вас понял. Капитан, а где ты помнишь? Я вижу его на горизонте. Да чтоб его, у него же оружие было. Yes. Это место он сдох, наверное. А я Никита мечусь между двумя козлами? Ты у меня сейчас за козла получишь. А ну иди сюда. А я Никита... Oh.
Подписываюсь. И я подписываюсь. Подписочка,